И снова я с вами, друзья мои, приветствую вас. И вот мы продолжаем работать с Юлей в мониторинге. 7 процедур у нас уже сделано. Значит, находим верхний край лопатки. Вот. Значит, верхний край лопаточки. Значит, что верхний край лопатки на одном уровне. Значит, дальше нижний край лопатки. Правая сторона, значит, спины. Лопаточка была приподнята. И, значит, линия плеча тут тоже была приподнята. Сейчас мы можем видеть, что здесь уже натяжения нет. То есть это она стоит ровненько, у нее тут все ровно, хорошо. Значит, смотрим опять же линию талии. Теперь смотрим нижние точки. Ну, практически тоже на уровне. Значит, у Юли сколиоз, официально поставленный диагноз, сколиоз грудного отдела позвоночника. Ну, что мы видим? Вроде как Юля стала у нас поровнее, да? Вроде осанка немножко получше стала, да? Значит, ну, Юль, какие изменения у нас на сегодняшний день? Как ты себя чувствуешь? Головные боли? Головокружение? А голову, когда опускаешь вниз, поднимаешь? Нет, тоже все хорошо, да? Рука правая не имеет? Тоже не иметь перестала. Ну, значит, у нас явное улучшение. Ну что ж, приступим к работе. Как всегда, начинаем все с обработки рук. Хорошенечко обрабатываем даже ногтевую лужу все тут. Не понял? Юля, глубокий вдох, медленный выдох, расслабляйся. Головку можешь повернуть ко мне. Не больно? Так. Ощутимо.
Не больно? Правая болит, да? Угу. Так, сжимаем. Угу. Так, расслабь руку. Больно в локте? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть, потому что выпит локоть. Так, нормально? Все. Так, Юля, вдох глубокий и медленный выдох. Вдыхай. Расслабляйся. Так, снова вдох. Выдох. Вдыхай, расслабляйся. Так, головку на другую сторону. Так, вдох. Не, она не ложилась. Сейчас ложится стала. Пальцы.
Не больно здесь, это запутрено. Не тянет? Поначалу тянуло, помнишь? Угу. Так, погоди, сейчас еще немножко. Так, ну-ка, что мы сделаем? Угу. Так, отпустить? Угу. Не отпустим пока еще. Ну, ладно. Ну хорошо. Так, ну все, теперь пауза. Так, ладно. Так, давай, Юля, вот за плечи, за плечевые суставы. Все, включаешь. Так, за плечевые суставы, давай. Не больно? Плечевой сустав. Больно? Ну да, тянет. Сейчас. Так, сделай вдох. Больно. Дух.
Так, дальше попробуем. Так, еще тянет? Тянет. Так, еще пониже попробуем. Все равно тянет. Так, ну вот теперь, значит, друзья мои, позу мы удобную делаем. Помните, да? Свалик и под лопатки. Чтобы у нас грудной отдел приподнялся. Так, я приподнялся. Так, нормально? Нормально? Чуть-чуть пониже. Пониже еще. Угу. Вот так. Все. Ага. Ручки. Под голову. А ножки, ага. Какая хитрая. А ножки вот так вот. Вот. То есть вот так вот лежим. Ну, вот эту позу я рекомендую всем, у кого проблемы с позвоночником. То есть мы под лопаточки подкладываем валик нетвердый, может, из полотенечек, может, подушечку какую-нибудь мягенькую. И здесь мы вот так вот. Ну, как бы вот вытягивается позвоночник, да, чувствуешь, что тянет. Ну, вот все. Ну, на этом, наверное, все. Пока-пока!